Приступили к капитальному ремонту поликлиники на улице Льва Толстого. И ее ждали больше 20 лет. В учреждении полностью заменят коммуникации, сделают перепланировку, кабинеты оснастят современным медицинским оборудованием. Уже демонтированы полы и электропроводка. Приступили к штукатурным и отделочным работам. Пока в правом крыле здания идет ремонт, в левом врачи продолжают вести прием пациентов. После завершения работ медперсонал перейдет в обновленные помещения, а рабочие приступят к ремонту левого крыла. Полностью капитальный ремонт медучреждения планируют завершить предстоящей весной. В перспективе будет выполнена полностью отделка кабинетов, мест общего пользования. Кабинеты будут оборудованы новым оборудованием, новой мебелью.